Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки с управлением со смартфона. Компания Nike представила новые баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки. Модель называется Adept BB и использует продвинутую систему автошнуровки со специальным моторчиком, способным определять нужную степень плотности посадки и подстраиваться соответственно. Как отмечает Nike, модель Adept BB представляет собой дальнейшее развитие кроссовок HyperAdept 1.0, вышедших в 2016 году. Они вдвое дешевле, более продвинуты функционально и будут широко доступны, в отличие от предшественника. Первое поколение кроссовок Nike HyperAdept с функцией автоматической шнуровки были распроданы в крайне ограниченном объеме по специальным приглашениям в конце 2016 года по цене $720. Также в 2016 году стилизованные под модели с фильма «Назад в будущее» два кроссовки Nike Mag 2015 были распроданы через аукцион, а выручка с него была направлена в благотворительный фонд по исследованию болезни Паркинсона Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Плотность шнуровки также можно регулировать кнопками на кроссовке или через приложение Nike Adept на смартфоне. Последнее позволяет перешнуровать кроссовки прямо во время игры и даже задать несколько режимов шнуровки. Видимых в глазу шнурков на кроссовках нет, плотность посадки меняется также незаметно для стороннего наблюдателя. Кроссовки получили аккумулятор емкостью 505 мАч, по словам производителя, этого хватает от 10 до 20 дней использования. Подзарядить кроссовки можно от фирменной беспроводной зарядной станции стандарта Qi. Полный заряд достигается за 3 часа.